Друзья, всем привет! Сегодня 8 марта. И настоящие рыбаки, конечно же, на рыбалке. А подкаблучники дома. Да, Саня? Да. Шучу, конечно. Женщин прежде всего поздравляю с этим замечательным весенним днем. Вот. Как сказали, одна сказала, лучше бы им зарплату добавили, а не день назначили. Ну, раз так уже сложилось в природе, то еще раз мои поздравления девчонкам, всем, которые смотрят мой канал. Ну, а по рыбе у нас покамесь все как бы хорошо. Санечка уже распечатался, поймал хорошую щучку. Первое есть. Ну и немножечко поклевывает тарашечка. Слабенько, конечно. Сегодня в честь женского дня мы берем только самцов, самок отпускаем. Вот. Ну и до обеда мы сегодня где-то там Ванька, вот там он тоже рассыпался, жерлички бегает. Ну, а мы продолжаем рыбачить. Смотрим. Мотало потихоньку. Да, забирая леску. Держись. Мамартовские щуки. Щуки возьми мартовские. Переселенка поедет в другой водоем. Итак, ребятки, походу, наверное, зимними рыбалочками будем мы завязывать. Погода идет на плюс. Уже, по правде сказать, в этом году я, наверное, один из таких первых годочков, когда я рыбалкой зимней, можно сказать, практически удовлетворен. Количество поездок, пойманной рыбы, пусть было немного, но было, видели. Надеюсь. Вот. По сегодняшнему дню все жерлички, ну, тут десяток, которые мы раскинули на двоих, в принципе, стояли одни окуня, потому как другого живца у нас не было. Сработок было 4. Вот. 2 щучки, одна поедет в другой водоем. В целом, как я уже сказал, сезон зимний удался. В прошлом году мы заканчивали немножко раньше, по-моему, в феврале, ну, врать не буду, посмотрю по роликам, посмотрите. Вот, подписываемся на канал, ставим лайки, вступаем в рыболовный клуб Джих, в группу, в частности, на Фейсбуке. Вот здесь значочек у нас.
совсем ни хвоста, ни чешуи. И думаю, до встречи на открытой воде. Скорее всего, если так получится уже, она произойдет на Днепре. Очень хочется туда попасть, как бы надежда основная на него. Там водичка пошустрее, побыстрее, возможно, размоет. Ну и до запрета, буду надеяться, встретимся на воде. Еще раз, всем ни хвоста, ни чешуи. Подписываемся на канал, лайки там, дизлайки, может кто-то захочет, без проблем. До новых встреч на канале. С новосельем. Яночки, да, уже ототрутся в этом году. Вот так, ребята, и зарыбляем, как в старые добрые времена.